На Первом канале завершается показ исторической саги «Отчим» с Кариной Андаленко и Антоном Хабаровым в главных ролях. Заключительные серии картины выйдут в эфир 4 августа. В них мы увидим, Маша-младшая волнуется из-за брата. Витька обещал звонить и пропал. Галицкий узнает, что Витька со множественными переломами лежит в городской больнице. Врач сообщает Галицкому, что у Витьки серьезные травмы и вряд ли он сможет ходить. Миша просит Надю выйти за него замуж, она соглашается. Новый председатель колхоза Митька зовет Машу замуж, и она тоже говорит «да». Иван счастлив, что дочь останется в колхозе. Галицкий намерен искоренить бандитов, узнав, кто их крышует в городе. Заключительная 16-я серия. В больнице Витька понимает, насколько он виноват перед Полиной, и просит Мишу передать ей ребенку деньги. Витьку перевозят на реабилитацию в Томск. Семья Галицких, Иван и Нина объединяются для того, чтобы помочь Витьке. Ивану становится плохо. Врач говорит, что ему осталось полгода. В Сибирь приезжает воронежская жена Ивана, Ирина. Нина, Настя и Ирина собираются вместе, чтобы проститься с Иваном. Заключительные серии исторической саги «Отчим» состоятся 4 августа на Первом канале. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.